500-ге яқын Крым татары Нариман Аметовны азапларға чектірген ижгалчилерге қаршы наразылық білдірмек ве еркекнің қорантасына қол тұтмақ үшін ескі Крымға Аметовларының евы янында топлашты. Кечкен жума күні ижгалчилер Нариман Аметовны өз евінден қырсызлап, амансыз же азапларға чектірді. Они хотели сломать Наримана. Сломать Наримана, и чтобы он работал против них. Таким методом они поступают не первый раз. Не с первыми нашими людьми. Как сказал этот Максим, как он себя назвал. Оказывается, это он государство. Его отправили в Крым. Что он машина. Машина, которая будет ломать наш народ. Сегодня мы еще раз увидели лицо этой власти. Наш народ хорошо знает свою историю. Очень хорошо знает свою историю. И наш народ они не смогли сломать. Сегодня это показывает. Весь наш народ единый. Мы хотим и мы требуем от этой власти, чтобы оставили наш народ в покое. Чтобы прекратили эти репрессии. Чтобы не отправляли в Крым головорезов. Мы живем на своей земле. И мы будем жить на своей земле. Біз құры, бір-бірімізі дестек олып, бір-бірімізі ел тұтып, бір джемат оларақ, бір уммет оларақ біз өле енеджейік. Башқа чаресі ең джематым. Башқа чаресі ең. Олар бізі бір-бірімізден айырып, бір-ізіне бірне пүтнелеп, бізім джематы болежек ойлар. Лекен, бізі бірлештен Аллахтыр, Субхана ва Тааля. Олар бізі болемейжеклер. Біз келдік өзі топырағымыза. Ве ешайчақ біз өзі топырағымызда. Бұл жанаварлар панжаларыны көтеріп, біздерін бірлігімізге мұқ қақмаға істейлер. Біздерін айры-айры алып, қорқытмаға істейлер. Ләкін біздің милет, біздің мұсулман милет жесур олған, бір кімседен қорқмаған Аллахтан ғайры. Иншалла, бізім йолымыз Аллахын йолыдыр. Пейғамберіміздің саламны йолыдыр. Егер біз бұны ұнытмасақ, егер біз бұй йолынан кетсек, бізім бір кімсе еніп оламаз. Бір олайық. Аллахны йолындан таймайық. Дайым бір-бірімізге қол тұтайық. Бұ дүния кечміш дүния. Бұ жанаварлар йоқ олыр, иншалла. Ветан біземкі. Почему вы приходите к нам, одевая маски? Вы приходите к нам вооруженные, к невооруженным людям в 5-6 утра. Мы вот сейчас находимся здесь без масок, мы никого не боимся, потому что мы не преступники, чтобы кого-то бояться. Не надо одевать маски. Где этот Максим? Почему вы одели мешок человеку на голову? Спускали его в подвалы какие-то? Вы боитесь, что ли? Вы боитесь Наримана, вы боитесь маленького народа крымско-татарского? Кого вы боитесь? У вас же государство, вы же имеете автоматы, танки, самолеты. У нас ничего нету. Почему вы нас боитесь? Что вам трудно вызвать по повестке, если вы считаете, что человек преступник или совершил, или причастен к чему-то? Пригласите, мы придем и объясним, что мы не причастны к разного рода преступлениям. Здесь нет преступников. Мы приехали в Крым, чтобы приносить добро. Чтобы укореняться у себя на своей земле. У нас большие семьи, у нас дети, у нас очень много родственников. Мы не собираемся никуда отсюда уезжать. Вы создаете давление, чтобы мы отсюда уезжали. Может быть, кто-то уедет, но не от вашего давления, а потому что планы переменились.
Никто не боится, и народ отсюда никуда не уедет. Мы, у нас есть своя культура, свой путь развития. Не надо нам ничего навязывать. Обратиться к тем людям, которые пострадали от рук ФСБ или пострадают, которые прошли пытки или пройдут, которым предлагали сотрудничать или будут предлагать. Не молчите, выходите и говорите. Вы обманываете себя, думая то, что они отстанут. Это я знаю по себе. Меня преследовали с 14 года. Был обыск в 14-м. Потом преследовали, угрожали. Потом был в 16-м году обыск. Также меня преследовали и угрожали. Я обманывал самого себя. Думал, они отстанут. Но я не разглашал. И это была моя ошибка. Не делайте моих ошибок. Выходите и говорите. Этот человек прошел очень тяжелые испытания. Я думаю, что не дай Аллах оказаться на его месте ни одному. Но тяжесть, так скажем, и сложность его жизни также заключалась в том, что ему пришлось сделать очень серьезный и важный выбор. Выбор то, как поступить после. Поскольку его, пытая, можно сказать, обязали ничего не говорить никому, ни близким, ни общественности. Результатом чего может стать убийство, его похищение, исчезновение и так далее. Но, альхамдулилля, этот человек сделал, на мой взгляд, правильный выбор, рассказав об этом общественности. И как мы сегодня видим, люди ответили ему тем же. Это наш народ не сгибаем. Есть такие сильные личности. Мы приехали высказать наше возмущение тому, что творится. Во дворе 21 век, а у них методы средневековья. Даже скотина не позволяет так издеваться над другой скотиной, как здесь, а издеваться над нашими братьями, вообще над людьми. Вообще мое очень глубокое возмущение к этому. Мы пришли поддержать брата. Вот весь джимат, который приехал с разных уголков Крыма, приехали поддержать. У нас, как и всегда было, мирная борьба это. Народ требует, чтобы люди, совершившие это, были наказаны. Они дошли до того, что вылавливают из числа наших ребят и заставляют их работать против своего народа. Эти пытки, если бы на них использовали, они бы, может, и сами бы не делали. Спасибо, конечно, что живым вернули, что вообще вернули. Могли и не вернуть, оказывается, могли и живым не вернуть, и т.д., и т.п. Вот, да, такие вот моменты. Ну, слава Богу, вернулся, на все воля Всевышнего. Сколько он еще проживет, не от вас зависит. И сколько я проживу, не от вас зависит. И весь наш народ, что тут еще, как себя проявит, и что он еще сделает, тоже не от вас зависит. И сколько вы проживете, и кто будет над вами издеваться, тоже не от вас зависит. Да, все зависит от Всевышнего. Мы приехали из Симферополя поддержать нашего брата Наримана Аметова. С каким посылом мы приехали? Пусть он знает. Неважно, знает ли он лично каждого из нас или нет, но пусть он всегда знает, что мы рядом с ним. Мы всегда поддержим его максимум, чем можем. Сегодня мы можем поддержать его словом и своим присутствием здесь. Мы против того, что с ним произошло. Мы против того, чтобы это происходило и в дальнейшем с любым, не только с крымским татарином или с мусульманином, с любым человеком. Это противозаконно. Я приехал поддержать своего брата. Вы незаконно это все думали. И я думаю, вся эта преступная банда, которой руководит глава государства, должны пока понести наказание. Аллахым, ислам умедини кулакларын багышла Аллахым. Амин. Аллахым, ислам умедини бирлик, беребелик вер Аллахым. Амин. Олачак, олмачак, хазы бирден бизи сакла Аллахым. Амин. Аллахым, душманларымызды пүрүшөн маскара яп Аллахым. Амин. Юрекдерине корку кой Аллахым. Амин. Мусульманларынын юрекдерине,
kahramanlık koy Allah'ım. Amin. Sen emirlerini bol bol yaşamaya bize yardımcı ol Allah'ım. Amin. Allah'ım senin sözünü dünyada en yüksek derece götürmek yardımcı ol Allah'ım. Amin. Ижгалчилеринин аракетлерине каршылық көстермек үчүн кырым татарлар Нариман Аметовнун азапларга чектирилмесе акында ортак аризаны имзалады. Инсанлар ички ишлер назирлиги идаресинин Ислам Терек району бөлүгүнүн жолбашчысы, Рус баш прокурору, омбудсмен Татьяна Москалькова ве дигер кубетчилерден жооп беклей. Жалобы были написаны, и сейчас общественность будет подписывать их. От лица общественности будут подаваться они дальше в инстанции. И народ будет следить за ходом событий, не оставит это так, потому что уже надоело всему народу, надоел этот беспредел в отношении крымско-татарского народа. Даже если ничего принято не будет, то в любом случае мы будем отстаивать свои права, отстаивать свои интересы и добиваться того, чтобы ни один человек, ни один крымский татарин, ни один вообще незаконно задержанный или обвиненный, оклеветанный в чем-либо человек не подвергался пыткам со стороны кого-либо. Нариман Аметов азапларга чектирилгени бир чок кырым татарыны ыраатсызлатты. Ярмаданын Чешит көшелеринде жамаатчылык топлашып өз итиразын билдирмек үчүн видео муражатлар жазып ичтимай аяктарда дерчети. Делать заявление, что в Крыму все спокойно, что крымские татары довольны нынешним своим положением, это все афиширует. Делать такие заявления на международном уровне, то это, скорее всего, двойная политика. Политика лжи, которая приукрашивается. Да, в Крыму нет сегодня войны. Но в Крыму сегодня с правами человека, гражданина, очень трудно иметь свое мнение, высказывать это мнение. За это штрафы, административные взыскания на 15 суток, на 10 суток за поддержку, за свое мнение. И, конечно, на длительные сроки. Так что те слова, которые обычно мы употребляем иногда выражение «в Багдаде все спокойно». Я бы хотел сказать, что в Крыму не все спокойно. Нариман Аметов декабрьнын 17-сінде эвінден хырсызланған сон насыл азапларға чектірілгенні тариф етті. Нариманның тахминлеріне көре оны Ахмеджитке кетіріп, ең азындан 5 ижгалжы құбетчі бұлынған мағызға ташылғанлар. Олардан бірі ұзыны Максим оларақ танытып, инсанларыны соруға чектірмек үшін Қырымға келгенні қайд еткен. Ижгалжылер Нариман Аметовны ялан детекторы бастасынен, ақиқат ма ялан ма айтқанны тешкірмеге мәжбүр етмек үшін оны токнен қинады. Ялан детектор Аметовның Қабаты олмағанны таздықлаған. Ижгалчилер Аметов Украина акимиеті органлары ве махсус қызметлеріне насыл мұнасебетлерде бұлынғанны. Анғара көйінде газ борысы патлатылмасында алякасы ве террористик тешкілетлер аққанда не түшінгенні сұрағанлар. Бұл сұрғы тахменен бір ярым саат девам еткен. Сонра Нариманға камера огынде сеслендірмек керек олған метынны бергенлер. Аметовны оның куветчилерге идеялары йок олғанны қабатыны бойына алғаны ве ижгалчилерінен ижбірлікке азыр олғанны язған весіқаларыны имзаламаға да мәжбүр еткенлер. Шарқы жебеде барашық чоққа сұрмеді. Рус ижгалчилері Кенеде үш тарафлы контакт группасының атешкес режимі аққанда аңлашмасыны бозды. Донецк вилайетіндегі Золотой Дёрт ве Шумы қасабаларына қорчалыған Украина арбилеріні 82 ве 100 грамм калибрлы майынларынен ұжым етті. Бұндан ғайры Русияның пилотсыз үші жалеті Луганск вилайеті жеварандаки жебенің сызығындан кечті. Украина майжилері душманға қаршылық көстерді. Ама жума күні сабай ижгалчилер Кенеде артиллерия системаларына қолланды. Екі кере атешкес режимына бозды. В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь із танкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нариман Жилял Юқары Шураны яқын вақытта сияси мабуслер аққанда қанун лейхасына толусынен қабыл өтменге чағырды. Ижгалжелер қанунсыз шекілде Апсханеде тұтқан Меджилис рейсінің бірінші муавинның мектубыны адвокат Николай Полузов іштимай ағыларды айдынлатты. Нариман Жилял қанун лейхасына бірінші оқувдарей берген велей қазырланмасынен оғырашқан инсанларға минедарлық білдіріп, Қырым ижгалінің 8-інші елінда мумми сербеслігіміз үшін күрешкен сияси мабуслер аққында қатырлатты. Владислав Єсипенко, якого я нещодавно нарешті зустрів у в'язниці, Раїф Февзіїв, якого абсолютно безпідставно звинувачують у тероризмі, Асен Ахтемов, що пройшов крізь тортури. Кожен політв'язень продовжує боротьбу за власну і нашу спільну свободу. Звичайно, ми раді дізнатися, що Верховна Рада України почала роботу над законопроєктом щодо політв'язнів. Закликаю народних депутатів щонайшвидше допрацювати цей документ та прийняти в остаточній редакції. Я хочу висловити подяку всім, хто причетний до розробки законопроєкту, підтримував його та продовжують над ним працювати. Особиста подяка президенту України Володимиру Зеленському, який продовжує роботу щодо захисту і звільнення українських бранців Кремля. Декабрьнің 16-сында парламентте халқы депутатлары бірінші оқуда Украинаға қаршы Русия тежавузын етежесінде азатлықтан марум әтілген мабуслер ве қоранталарына уқуқи ве ичтимаи ярдым берулев канун лейхасына дестекледі. Бұ канун лейхасы эсір арби олмаған рейне сияси мабуслер қорчаланмасы ічін ішлеп шықаралды. Весіқа бұтынлей қабул әтілсе Украинаға незбетен олған тежавузын етежесінде мабус олғанларыны белгілейжек комиссия құрылмасы көзде тұтыла. Thank you.